Друзья, всем привет! Продолжаем наше видео. С вами Баир Самбуев. И в этом видео у нас пойдет речь, как пополнить голдовскую суперкарту с Vitebs Finam без процентов, если в вашем регионе отсутствует банк или банкоматы данного банка. Нам поможет в этом социальная сеть ВКонтакте. Вот смотрите, обратите внимание, это моя страница ВКонтакте. Как мы сейчас пополним данную карту с Vitebs Finam? Что нам для этого нужно сделать? Для этого я попросил своего брата закинуть мне денежные средства. Для этого заходим в сообщение, находим меня, Баир, находим, заходим в сообщение, нажимаем на кнопочку скрепочку и видим, смотрите, появился раздел «Деньги». Деньги выбираем. Ну, к примеру, сумму выберем 1000. Ну, давайте 1400, раз так уж получилось. Сделаем 1400. Нажимаем кнопку «Отправить деньги». Друзья, обратите внимание, без комиссии можно пополнять только с MasterCard и Maestro до 75 тысяч рублей в месяц. То есть мы видим сумму перевода 1400 рублей плюс 0 рублей комиссии. Выберите карту. Вы выбираете карту, с какой хотите отправить данную. Пополнить денег. Теперь, что мы с вами делаем? Нажимаем «Отправить 1400 рублей». Отправляем 1400 рублей. Система проверяет. И начинаем смотреть. Теперь Сбербанк просит отправлять нам СМС. И сейчас мы дожидаемся СМС. Для того, чтобы ввести и подтвердить операцию. Но пока нам идет СМС, я хочу вам что сказать. Если бы в нашем регионе, в Республике Бурятия, был бы банкомат, мы, конечно же, таким вопросом не занимались. Но так как ближайший филиал от Улан-Удэ находится в городе Иркутске, а мы уже обладаем этой великолепной картой с Vitebs Finam и хотели бы уже ей пользоваться. То есть мы уже ей пользуемся. И слава богу, мы нашли способ, как пополнить данную карточку без процентов. Для этого что нам с вами, друзья, необходимо сделать? Так, смс-ка пришла. Для этого мы воспользуемся соцсетью. СМС-очка пришла. Сейчас мы введем данные. Так. Так. Отправить. Ждем результата. Ожидаем завершения оплаты. И тут так. Перевод успешно отправлен. Теперь что мы делаем? Захожу на свою страницу, обновляюсь, друзья. Обновляюсь. И вы видите здесь, где звоночек, появилась цифра 1. Нажимаю, и получается. Булат Самбуев перевел вам 1400 рублей. Деньги будут зачислены на вашу карту. Выбираем. Закрыть. Перевод получен. То есть, друзья, я уже пополнение данные делал, да? Пополнение данных делает, поэтому у меня там карта автоматически. Если вы это делаете первый раз, то вам нужно будет там внести свою карту с Vitebs Finam, указать, и денежные средства моментально поступят. То есть сейчас на карте у меня данные средства уже поступили. Пришло смс из банка, что сумму в размере 1400 рублей, как мы сейчас с вами сделали, да, поступила. Друзья, пользуйтесь, используйте и, как говорится, наслаждайтесь использованием Super Gold карты с Vitebs Finam. Кто хочет ее заказать, обратитесь к тем, кто отправил вам данное видео. И всем удачи!